Ножницы, вот такие Kitchen в черном исполнении, в темном, нержавеющая сталь. Я такие брала. Ну ничего. Ну, конечно, уже затупились, уже года два они у меня. Так. Что тут еще интересненького найти и показать вам. Так. Вот такая авторучка. Смотрите. Смотрите. Авторучка. Стилус. Так, синий цвет чернила. Подходит для работ, рисования и на сенсорном экране. Вот такая. В двух цветах, в двух исполнениях, наверное. Сейчас посмотрим. Нет, еще цвет есть. Наверное. Это... Нет, в двух цветах, только в двух. Так, здесь на инструкция, как ей пользоваться, как подключать к смартфону. А, не требует зарядки, подключение к смартфону написано. Не извлекайте стилус из ручки. Производитель у нас кто? Китай. Так что подключение к смартфону не требует. Так. Ой, какие здесь красивые. Но это прошлое, это уже было. Ничего нового я не нахожу здесь. Интересного того, что могло бы заинтересовать меня и вас также. Так, переходим, наверное, в другой отдел. Да. Так, я увидела там органайзеры. Сейчас посмотрим с вами. Органайзеры маленькие, да? Смотрите, с ручечкой там такой этот коробок. Есть и побольше, вот такой. А есть вот такой маленький, только там нету вкладыша. А здесь вкладыш должен быть. Так, это... Сейчас посмотрим. Да, и здесь вкладыша нету. Угу. Ящик 199 рублей написано. Там. Вот он. Я цену нашла. Выкупала. Вот он. Так, так, так. Вот ящик для инструментов на 16. Так, 199 рублей. Вот не знаю, это цена или нет. Этот массивный, этот поменьше. Нож для томатов 55 рублей, 23 сантиметра, лезвие 12, а общий 25. Вот такой. Сделано в России, написано. Так, и вот такой нож кухонный, 77 рублей, 24 сантиметра. Вот такой ножичек. Нож универсальный. Это Kitchen. Китай производитель. Так. Дальше нож универсальный 22 сантиметра. Производитель тоже Россия. Вот он. Смотрите. Лезвие 12, сам 22 полностью. От начала ручки и до конца лезвия. 22. Так, а рядом Kitchen 26. Вот таким я пользуюсь. Так, что тут интересного? Ой, ничего я не вижу интересненького. Так, а это что? Это какая-то... Что это? Лопатка 33 сантиметра. Ну, такая темная, черная. Я бы на кухню такую не решилась. Темный цвет вообще не люблю. Не знаю, может, кто-то обожает. Такая лопатка. Так, ножи вот такие еще. Нож для фруктов Kitchen. И нож вот такой, 24 сантиметра. Так. Такие 60 миллиметров, две баночки. Малюсенькие, малюсенькие, смотрите. Капелька прям. Kitchen производитель. Такие. Что тут еще?
еще интересного? Так, пойдемте, наверное, в посуду. Я увидела вот такое, смотрите. Тяжелое опаловое стекло. Вот она, миска такая. Так. 1,7. Салатник такой. Kitchen производитель. Опаловое стекло. Пиалочка 400 миллилитров, 77 рублей. Вот она, красавица. Так, салатник 450. А это 280, это не то. Вот она. Так. Так, это у нас пиалка 420. Опаловое стекло. Kitchen производитель. Вот такая. Так, ну и стаканы так покажу вам. Ничего интересного в этот раз я не нашла, чтобы могло бы интриговать. И хотелось бы купить этот товар. Так. Это то же самое? Нет, это меньше размеры. Это, да, это поменьше размеры. Так. Блюдцы тебе показывал, такие блюда. Так. Форма для выпечки. Так, это я тоже показывала уже. Это силиконовая миска, легко открывается и закрывается. Я ее уже показывала в своих предыдущих видео. Повторяться не хочу. Силиконовый поднос такой с добавками. Kitchen производитель. Так. Стаканы. Показываю вам стаканы. Это самые бокалы. Стаканы, бокалы, одноразовые стаканы, кружки, эмалированные. Алюминиевые. Так. И вот такие бокалы, кружки. Смотрите. Очень много. Внутри также вот такого же цвета. Есть сами они желтого, а внутри такого темного цвета. И маленькие кофейные кружки, опаловое стекло. Вот такие. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Ничего интересного, сразу хочу сказать, мне не заинтересовалось.